Дорогие друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Круглов. Мы продолжаем фестиваль «Юрагатис», который стартовал 10 числа в Екатеринбурге. После этого он переехал в Москву, и в Москве уже пятый день проходит. После этого мы едем в Архангельск и в Санкт-Петербург. Спасибо, что пришли, очень рады всех видеть. Сегодня у нас такой специальный вокальный вечер, и вы видели сейчас фрагменты, точнее, полностью вы видели фильмы Лео Фегина, который называется «Новая музыка из России», о вокалистках Синхронном Челак и Валентине Пономаревой. Сейчас я хочу вам представить Лео Фегина, владельца компании Leo Records, и нашего большого друга, мы его все так очень любим, Лео Фегин. Фильмов о русской новой музыке 80-х годов. И я так понимаю, что фирма «Геометрия» готова представить или подарить мне эту самую коробку, а я должен показать ее вам и предоставить слово папу, который выпустил. Ну, тогда я, собственно, вручаю Лео, это были ваши аплодисменты, а потом действительно пару слов скажу. Ну, надо сказать, вручаю с удовольствием, потому что это, в общем-то, не очень большая коробочка, но труд за этим стоит большой. И я такую короткую первую часть расскажу совсем, а потом еще вам, возможно, представлю, если он захочет тоже сказать пару слов, нашего продюсера, который, так сказать, может быть, немножко больше руками это делал. А история была такая, что когда-то в одной из московских газет я прочитал интервью Лео, где он пожаловался на прискорбный факт, что его лейбл в Москве, собственно, нигде не представлен. И он, ну так, видимо, слегка, как я понял по интервью, предпринял какие-то попытки куда-то это, так сказать, поставить. Но наша бюрократическая постсоветская система даже в этом, даже, казалось бы, в неформальной музыке, и то работает непонятно как. И прочитав вот это интервью, я, естественно, тоже был, как сказать, недоволен, постарался найти Лео лично, а как раз в эти дни проходил, наверное, 3 года назад это было, фестиваль. Я приехал на один из концертов, и мы познакомились, и вот началось это сотрудничество. Ну, в нашем же музыкальном магазине «Дом культуры» диски Leo Records появились, они там есть и до сих пор, кому интересно, ассортимент, ну, почти полный из того, что осталось, в принципе, в природе, приглашаю. А, ну, конечно, этим дело не ограничилось, и вот всплыла эта история с фильмами, которые, как выяснилось, ну, про них многие слышали, но, как выяснилось, их исходные материалы на битакамах спокойно все это время хранились у Лео в тайном каком-то сундуке в Англии. Проблема была их привезти, потому что это, ну, представляете, это большие кассеты, потом качественно оцифровать, потом гигантская работа с изображением, со звуком. Вот Вадим, который там скрывается за фотоаппаратом, он возглавлял эту работу. Я предлагаю прямо вот ему поаплодировать. Он сказал, не хочет выходить, видимо? Может быть, и выйдет все-таки? Обратите внимание, если будете смотреть, что фильмы-то были сняты целиком по-английски, но мы, как это вот так немножко сленговское, заморочились, чтобы попросили Лео перевести, озвучить себя по-русски, подложили субтитры там, где русский текст по-английски, чтобы это можно было и в Англии смотреть, и наоборот, там, где люди говорят по-английски, русские субтитры. То есть эта работа, может быть, пока не очень заметная, но большая. Вы здесь в магазинчике какое-то небольшое количество, я не знаю, 5-7 таких
дисков есть, вы их можете купить, и думаю, что Леонид скажет, что поставить автограф, то кажется, это уже избыточная реклама, но не мог удержаться, извините. Мне остается только сказать несколько слов о том, что это такое. В конце 80-х годов я сделал такую серию из 10 фильмов о русской новой музыке 80-х. Эта серия прошла на 4-м канале английского телевидения, надо сказать, с большим успехом, с хорошими рецензиями. И со временем все это постепенно осело и забылось. Ну и я могу сказать, что сейчас я удовлетворен или даже доволен тем, что наконец появился документ, который запечатлел всю эту большую музыкальную палитру и музыкантов, которые играли новую музыку в 80-х годах. Надо сказать, что история, она все переиначила. В то время, когда фильмы вышли, и некоторое время спустя, казалось бы, ну, они прошли и перестали кого-то интересовать, но вот сейчас выяснилось, что они чрезвычайно востребованы, потому что в России появилась мощная волна музыкантов новой музыки, притом в самых неожиданных местах. Всегда считалось, что центром такой музыки был Санкт-Петербург или Ленинград. Но вот сейчас выясняется, что в Москве масса музыкантов, которые, молодых музыкантов, которые играют эту музыку. И, конечно, все это выстроено вот на той самой музыке, которая запечатлена здесь. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Лео. А мы начинаем наш концертный вечер. И мы решили сделать сегодня только вокальный вечер. То есть это не будет только один вокалист, но проекты с участием вокала такого весьма необычного и в разных направлениях. Возможно, будут какие-то отсылки к академическому вокалу, к фольклору, к свободной импровизации. Это будет чуть позже, свободная импровизация, а сейчас такой фолк-импров-проект, в котором для меня, например, участие является большой честью. Это певицы, солистки ансамбля Дмитрия Покровского, Мария Анфилова и Ольга Юкечева. Я их сейчас представляю. Приглашаю на сцену Мария Анфилова и Ольга Юкечева. Постоянный участник фестиваля «Рекордс», наш большой друг, музыкант из Архангельска, с севера, Олег Юданов. Мы подготовили программу, на самом деле, мы специально не готовились именно к этому фестивалю, мы впервые собрались как раз-таки где-то, наверное, год или два года назад. И сделали специальную программу, которую мы показали в клубе «Мастерская» в рамках третьего фестиваля «Лео Рекордс». Ну, собственно, с тех пор мы ее как-то обкатываем, видоизменяем, дополняем. Ну и работаем в области соединения фольклора и свободной импровизации. Ну, вот приятного прослушивания. Это будет несколько миниатюр, наверное, где-то на полчаса.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Yeah.
Наши немецкие друзья и гости немецкого проекта. Это Алексей Нажаров и Роман Столлер, наш дорогой друг из Новосибирска. Ну, собственно, я приглашаю Роман Столлер, Алексей Нажаров и ансамбль Vogue Colors Германия, который приехали сюда при поддержке Гёте-института. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо большое. И последний коллектив сегодняшнего вечера.
это так странно по сравнению со вчерашним днем, когда мы закончили в час ночи, а сегодня мы закончили очень рано. Итак, ансамбль Анастасии Маслобоевой из Иркутска и Анхеля Анталовой из Мадрида. Такой интернациональный состав получается. Итак, Анастасия Маслобоева, цимбалы и вокал. Вадим Провилов, контрабас. Петр Ившин, ударный. Ренат Гадаулин, рояль. И друг Анхель Антала. Гитара. Добрый вечер всем. Спасибо огромное, что пришли на сегодняшний музыкальный левофестовые события. Мы рады вас приветствовать в клубе Алексея Козлова. Сегодня мы рады вам также представить наш интернациональный проект с нашим другом из Испании Анхелем Анталевым и замечательными московскими музыкантами. Очень надеемся, что вам понравится наш музыкальный перформанс. Спасибо огромное Лео Фигину и Алексею Куплову за эту возможность сыграть сегодняшний вечер в таком составе.
Thank you.
этой потрясающей космической музыкой. И вы сможете сказать вашим друзьям, родителям, детям, внукам: я там был, я их видел. Спасибо, дорогие друзья, спасибо большое. Фестиваль Neo Records в Москве еще продолжается. Завтра последний день Neo Records в культурном центре «Дом». Приходите, пожалуйста, туда. Там будет выступление немецкого коллектива «Vocals» и топот оркестра. Это молодые музыканты, импровизаторы, абсолютно галтиловые, фриджазовые, негабунные джазмены. Что ж, надо представить, конечно же, еще раз героев этой сцены. Анастасия Маслобоева. Ренат Гатаулин. Вадим Провилов. Петр Ившин. И Анфи Антава. Thank you.
Оригинальная, мистическая музыка, более высокого критерия человечество не знает. Спасибо, спасибо. Еще раз, Анастасия Маслобоева, вокал цимбалы Салтыриова, Ренар Катаулин, рояль и препарированный рояль. Вадим Правилов, контрабас и смычок. Петр Ившин, барабаны. Анхи Антова, гитара и электроника. Спасибо, приходите завтра в культурный центр «Дом». Спасибо, что были сегодня здесь. Хотите, завтра будет еще. Спасибо, спасибо. До встречи.